на работу иду, как на праздник, каждый день сам собою хорош. Я вхожу в заводские ворота, и является песня ко мне. Вся страна — это наша работа, и никто не стоит в стороне. Друзья, мы находимся на Светотехстрое в Пролетарском районе. Одна из лучших работниц предприятия – это Равиля. А о ней расскажет немножко ее руководитель. Добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, несколько слов о сотруднице, которая уже много лет работает на предприятии. И я слышал, что ни одного замечания не имела за это время. Сотрудница работает очень давно. Работы своей справляется, работает хорошо, инициативно. 15 лет она уже работает. Что еще? Хороший как человек, всегда поможет. В просьбах никогда не отказывает. Равиля, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Вот как специалист, как работник, как просто женщина. О чем мечтается сейчас вот? Сейчас праздники. У мусульман пост заканчивается 2 мая. Скажи, пожалуйста, сколько деток у тебя? Двое. Они взрослые? Не говорят они: Равиля, хватит работать, мама. Сиди дома, на огороде, воспитывай внуков. Но душевное такое состояние все равно тянет на работу в коллектив. Да. Молодец. Пусть Аллах хранит и вас, и семью, и чтобы все было хорошо у вас, и посадить все успеть, и чтобы все выросло в огороде. Года прошли. Нет, еще пока. Они идут, они еще ветер в спину. Вот сейчас нам дует ветер как раз в спину. Доброго здоровья, самое главное. Ей немало, красивый и разный, есть и даже на улице дом. На работу иду, как на праздник, каждый день сам собою хорош. Я вхожу в заводские ворота, и является песня ко мне. Вся страна — это наша работа, и никто не стоит в стороне. В четком ритме традиций отцовских есть кипучий задор молодой. Это праздник рабочей спецовки, увлекает своей красотой. Я вхожу в заводские ворота, и является песня ко мне.